участие фирменной техники этого первого открытого чемпионата в Днепре. Организаторы — это Федерация авиамодельного спорта Днепропетровской области и наше управление. Запетримки міської ради. Вот эти соревнования проходят именно детские первый раз, но мы планируем их регулярно, ежегодно проводить 2 или 3 раза в год. Здесь собираются дети с разных кружков и секций Днепропетровской области. Они делают свои в мастерских свои самолеты и здесь запускают, показывают результаты. У вас будет 5-10 минут на разлет. Потом стартует соревнование, финал мы объявляем. Через буквально 2-3 минуты мы проведем церемонию открытия. Хочет, чтобы все у нас сегодня прошло красиво, хорошо и по-доброму. Итак, еще раз, пока мы все здесь рядом.